еще монитор чуть-чуть. Йо. Раз, два. Циолковская. Один, два. Нормально. Группа Циолковская. Вот, спасибо ребятам, что позвали нас сыграть этот концерт. Но мы решили в честь лосося мудрости назвать нашу сегодняшнюю программу, специальную программу, «Треска без времени». Thank you.
Спасибо, у нас очень подвижная бочка оказалась. Сейчас мы решим немножечко эту неурядицу. Немножко отправимся собственно, в космос, о котором мы так много все мечтаем в этой прекрасной группе. То есть у ребят океан, у нас космос, как заявлено во встрече. Вот сейчас мы вас немножко вознесем из положения ниже травы и через терник к звездам. Оттолкни босыми ногами упругое брюхо матери Земли, чтобы вывалиться из рукава стратосферы на неведомые дорожки, устланные космической пылью, как будто их кто-то топтал до тебя, как будто ты видишь следы, как будто где-то там, невдалеке, еще догорает костер сверхновый, и под ложечкой сладко сосет беспределье. Поехали! We'll be right back.
Серник звездам. Серник звезда. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ребята лососи рассказывали про всяких зверят. И пели про них песни. Мы тоже сейчас поем песню про зверят. Она про двух милых собачек, которые, надо признаться, совершили довольно мощное движение, слетали в космос. Вот, еще до человека. Удачно вернулись. Их прелестные фотографии есть в интернете. Вот песня «Белка и стрелка». Она посвящается отважному полету животных и напоминает нам о том, что животные, в первую очередь, наши друзья и уже потом пища.
заключительная вещь. Песенка посвящается поиску человека из Европы, европейского человека на Востоке. Вот. Называется «Дао Дэ Цзин». Вот, символизирует, в общем, долбежку головой в стенку Востока, как бы европейского человека, вот, пытаясь найти истину. Вот, ну, в конце концов, все находится, короче. Собственно, про эту песню. Это есть популярная на Востоке книжка «Дао Дэ Цзин». Цзин-цзин. Но это не то, что Дарья Донцова. Down,
Спасибо. А вот теперь будет заключительная композиция, отвечающая на вопрос «Кудаб?». Соответственно, песня «Тудаб?». Посвящается известным деятелям ямайской музыкальной культуры, заслуженным артистам мирового искусства, да? Просто так неприлично говорить про них, пока музыка не звучит. Сейчас и зазвучит, я все про них скажу. В общем, в этой вещи использованы ритмы острова Джамайка, которые стали популярны во всем мире. Благодаря многим людям, я назову только нескольких из них. Это, конечно же, Боб Марли, Ли Скрэч Перри, Кинг Таби и Макс Ромео. Thank you.
Растафарай. Thank you.
Спасибо, вы летали с группой Циолковская. Надеюсь, полет доставил вам приятные ощущения. Если кого я заинтересовал, там на входе лежат 4 диска еще у нас осталось от тиража. Вот. И 26-го у нас, если кто захочет, приходите в Грибоедове, марта концерт будет еще. Там бочку, говорит барабанщик, закрепим. То есть вообще будет улет полный. Все, спасибо еще раз, ребята.